нашли наконец-то нормальный индийский ресторанчик с нормальными, адекватными ценами. То есть мне, я спросил, что будет классическая индийская еда. Это вот какие-то у них лепешки идут. Затем она сказала, что классическая индийская еда. Ну вот, в принципе, вот то, что здесь есть. Но самое классическое вот это вот. Я, правда, название даже не знаю. Вот это идет классическое. Ну и вот это вот классическое. То есть хотим попробовать. Ну вот по ценам, кому надо, на паузу поставите. Вот то, что нам принесли. У них такие классические лепешки, которые они везде макают. Лучок. Здесь какая-то картошечка немножко. Здесь я даже не знаю, что это. Но это вот как из классической тоже. Какая-то, видать, похлебка. Не знаю, из чего. Дополнительно чашечки, в которых есть. И вот это острые спайсики. А будь здоров. Люди, кто еще не ел вот такие штучки интересные? И вот такие штучки интересные. Обалденно, они у них как сладкое идут. Вот такой вот пакетик стоит, я чуть не помню, сколько? 20 бат, да. 20 бат вот пакетик вот таких штучек, вот так вот они готовятся. И 20 бат стоят 3 штучки вот таких вот. Это у вас кокосовые оладьи. Блин, ну такие вкусные, ребят. То есть даже, видите, сами тайцы подходят, берут. А смотрите, как она изгибает эти. Хоп-хоп, хоп-хоп, хоп-хоп. О, мастер! Мастер! Рой! Рой! Delicious! Мне нравится, что снимает. А тут некоторые прям с таким удовольствием. Снимай нас! А некоторые наоборот. Вон курочка. Chicken, Mikan. Напитки вот. Любые. Тайский чай молочный. Вкусный, кстати. Мы нашли в Теско Лотосе продается он в пачках. Будем тоже теперь дома балдеть. Льда наморозим, трубку вставим в кружку советскую, стакан граненый, и будем кайфовать. Вот такие вот прогулочки по улицам. Без байка, в принципе, идешь, балдеешь, красота, теплота.